Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, камрады, это канал Morgan Games, наша постоянная воскресная рубрика «Снова в школу», и в этом выпуске мы будем играть за вора, помогать вору обокрасть дом. Игра называется Perfect Thief, короче, идеальный вор, Stickman Point and Click Game, короче, показать и кликнуть, нажать на мышку, и туда пойдет наш вор. Короче, запомните сначала, перед тем, как начнем, что воровать это херово, воровать это плохо, и за воровство вас могут посадить, вас могут поймать за яйца хозяева дома, которые вы хотите обокрасть, оторвать вам эти самые яйца, засунуть вам их в глотку, поэтому лучше всего не воруйте. Но если уже кто-то из наших детей после школы или, может, уже при выпуске решил таки пойти этой дорожкой, то сейчас такой небольшой курс молодого вора, как говорится, проведем. Давайте его проводить. Так, play. Вот наш вор. Такая интересная, довольно спичечная игра. Stickman такой, да. У нас есть, короче, видимо, это балконы, да, это балкон, а это дом. До этой двери надо как-то добраться, или может нам туда надо в окно залезть. Неизвестно, как он будет добираться. Такое ощущение, что вор просто голый вышел на улицу. Посмотри, вроде на нем ничего нет. И у него даже нет никаких подручных средств, чтобы реально там отмычек, не знаю, куда он их в писюн себе засовывает. Как ногами-то перебирает, прикольно, смотри. Оп, залез, опс. А куда еще, дальше лезть? Опс, смотри какой, так это реально, это профессиональный вор. Вам еще до такого расти и расти, поэтому лучше смотрите и учитесь, как надо вообще будет, что у вас получится. А нихера у вас не получится, потому что задавил балкон, сука. Почему балкон такой странный, и тут вообще ничего нет между этими двумя углами. Непонятно, реплей. Короче, не понять, как тогда нам попасть наверх-то. Ладно, сейчас он залез, так? Тут тоже залез. Может, как-то по-другому? Может, что-то другое наклацать надо? Тихо. Ну, сука, а чё? Подожди, а как он... Почему он давится-то? Может, это всё? Может, это, типа, так вот надо? Ну, я ж пытался-то, ну. И, короче, непонятная какая-то воровская игра. Ну, дети, наверное, учат еще раз тому, что... Стой, подожди. А, дверь. Хоп! Нас завалили, прикинь. Потому что так нельзя было. Надо было как-то... Ну, короче, игра учит тому, что воровать таки нельзя, потому что если идете по этой дорожке, то, может, кто-нибудь вас однажды поймает и застрелит. Через балконы ж тоже не пролезу, потому что... Ну, было бы хорошо вот сюда запрыгнуть, да? А потом вот в это окно влезть. Но он же сейчас обломает все нахрен. Он же, смотри. Бац, и ничего. А если я пойду сразу же в эту дверь, то меня порешают. Главное, это что, хозяин с пистолетом? А кто тебе лицензию на оружие выдал? Короче, непонятная игра, давайте что-нибудь еще поищем. Ну, как говорится, вор и там, и здесь, погорел, прогорел, поэтому не надо лучше всего воровать. Ну, можно иногда опуститься до воровства там, в супермаркетах, там какую-то жвачку стрельнуть, диск с игрой, если там отклеить все штрих-коды, всякая эта херню. Но до обворовывания домов не надо, честно говоря. Давайте играть дальше. Итак, сейчас у нас более интересная довольно игра, довольно яркая. Она называется «Зооклан» и рассказывает о противостоянии в зоопарке панд и пингвинов. Короче, что спросите вы? Ну, это я тоже хочу спросить у этой игры, поэтому давайте посмотрим, что там за противостояние. Ну, я как почитал описание, то мне понравилось, в принципе. Пингвины, панд. Давайте пока за пингвином поиграем. Чё? Бросаться камнями, что ли? Или какашками какими-то? Говном каким-то бросаться. А черепаху, видимо, уже реально говном прострелили. Смотри, какая нога у нее перебинтованная. На подбородке тоже уже ничего не склеишь. Так, aim and left click. Прицелься и нажми левую кнопку мышки. А D, чтобы избежать камней. А, это камни такие. Are you ready to attack? О, по львам можно кинуть? Жираф, смотри. Охренеть, смотри. А, там он швыряется, панда. Ах ты сука. Блять, по голове попало. На! Ах ты падла, блять! Угомонись! Чего я не могу попасть по ней? На! О, хорошо. А что если в жирафа кинуть? Нихера. А лев? Лев! Лев! Лев ничего, лев ноль на массу не давит. А что вот это красное такое? У меня уже три пластыря, смотри. Как мне... Два пластыря. Это херово, да? Блять.
Ааа, падла, на, выкуси! Чё? Панда меня, какая-то долбаная панда меня закидала? Пингвина? Да вы чё, издеваетесь? Пингвин намного смышленнее и сильнее этих медведей. Давайте ещё раз. Я не согласен на такое. Интернет, закройся. Так, я не понял. Давайте ещё раз пингвина возьмём. Ну что, пингвинам надо выиграть, потом только уже будем играть за панду. Так, черепаха, хорош мне свою ногу показывать. Я знаю, что у тебя там всё херово. У меня херовее, потому что по мне попали. Так, где ты, скотина? Вот ты, вот ты, вот ты, вот ты, вот ты. Не попадёшь. На. Ух ты, падла, попал. Да, блядь. Ай. Лашпед. На. Да, блин, как так быстро она долетает? Я не успеваю по нему попадать, понимаешь? Смекаешь? О, хорошо. Огрели. Тихо. На. Ха-ха, еще раз получил. По ебальничку-то. Лови камень в ебальник. Блин. 100 очков пока, да? Как нам его победить? Сколько нам надо набрать, чтобы победить? Если бы знать бы, я бы набирал. Да счет там стал, черно-белая тварь. А я тоже черно-белый, да? Хорошо. Еще раз. Еще, блядь. На! Угомонись. Умножить на 3, чё, грейт? Это хорошо, да? На. Я могу так весь день. Блять, не весь день уже, походу. Уже тут у меня пластыри заканчиваются. Комбо-хит. Блин, да не получается ничего. Скотина, на. И сколько так набрать очков, я не знаю. А чё стрелка вот эта вверх показывает? А, она показывает места, где будет лететь камень. Надо от этих мест уходить. Заманала меня панда. На. На. Ха-ха, нормально. Лев, порви ей жопу. Чё ты расселся, разлёгся? Так только коты спокойно себя ведут. Ты ж не кот, ты ж царь зверей. Жираф, откуси голову панде. Она ж там как раз села. Под тобой-то, да? Подани головой. 550, уже хорошо. На, а панда стрезвится, да? Рожа-то перекошена от того, что я выигрывать начинаю. Блять, проиграл. Надо было не говорить, что мы начинаем выигрывать. Ретрай, Гор ВР, что такое Гор ВР? А, это интернет. Мейн меню, давайте в меню. И давайте сыграем пока за панду тогда. Может, панда выиграет? Раз уже она тут выигрывает. Опять это типа судья или кто? У тебя панцирь потрескался, замени. Конечно, я всегда готов. На я ready to attack, а ты ready проиграй. Ух! Хе-хе-хе! Пернатый. Высовывайся, давай. Да блин, как каменный век какой-то. Вот чем животные, оказывается, занимаются в зоопарке, когда им становится скучно. А мы думаем все там, ой, бедные животные, они там в зоопарке, им совсем херово живется, им нечего делать, их никто там не кормит, не убирает говно. А смотри, как чисто здесь. Во-первых, чисто, во-первых, убрано. А во-вторых, животных, видимо, хорошо кормят, потому что лев, он на харчах отъелся, смотри, и лежит, на массу не давит вообще, абсолютно жирный лев. У жирафа пачка какая, смотри, жирафы же не такие, жирафы они... Блядь, два раза пропустил. Жирафы, они намного худее, чем вот то чмо, которое стоит там, и этот жираф просто, не знаю, жираф-переросток. Он даже пингвина жрать не хочет, потому что он уже наелся, его перекормили тут в этом зоопарке, поэтому вот, легенда о том, что животные голодают, разрушена, можно не волноваться, а если считать еще то, что им тут нечем занять... Хера себе, два! Это что, ледниковый период уже? А если считать то, что, короче, животным нехер заняться, то можно тоже эту теорию отметать, потому что, видишь, чем они занимаются? Они тут резвятся, играются, забрасывают друг друга камнями, смотри. Они никогда не будут скучать, потому что им всегда есть чем себя занять, есть какое-то дело, набить друг другу рожи, там, порвать друг другу жопы, камнями покидаться, там. Блять, я уже начинаю проигрывать. Это нехорошо! На! Ах ты сука! Ах ты падла! На, бля! Ну, пластырь расклеивается уже, все, расклеивается. Ну что, давайте, может, еще один раундик проведем за панду.
Я не знаю, можно ли тут выиграть. Может, если ты добираешься до 1000 очков, то может только потом тебе засчитывают победу. А пока, как бы, не знаю. Там же, чем больше ты, короче, уворачиваешься, там до 500 доходишь, по-моему, и начинает увеличиваться количество противника. То есть пингвинов становится уже 2, они размножаются. Блин, не пропускай, не пропускай. А где он кидает? Откуда? А, он, мразь! Пернатая, на! Получил? Еще там? Какого хера ты там? А, их 2, смотри, а как... А чё их сразу так много стало? Их вроде так не было много. Ай, блин, град камней. Просто, мать его, град целый камней. Outstanding, да? Молодец. На! Хоть бы кто-нибудь помог, хоть бы какая-нибудь горилла выскочила и пингвину этому оторвала голову, там, руки, ноги, жопу запихала. Давай! Ой, блядь, я что-то открыл. В моем флешплеере. Сука, уже все, сейчас я до 500 даже не дохожу. А уже... Камни летят со всех сторон. Тут три пингвина, видишь? Ебануться, я не могу так выиграть. Они прикалываются, что... Ну, нет, серьезно, короче. Ну, такая неплохая и вольная игра. А, чтобы выиграть, тут, наверное, надо пошмонаться. Так само, как и в прошлой игре, чтобы обокрасть чей-то дом, надо тоже пошмонаться и хорошо все продумать. А не так, что лезешь на рожон по балконам, поцеплял там тапки, оставил на первом этаже... Трусы оставил на втором, а голову потерял на третьем. Это ж какой из тебя тогда вор, если ты не умеешь нормально вообще продумывать все и нормально воровать. А здесь же тоже надо продумывать, как уклоняться от этих камней, потому что когда противников становится больше, больше области, на которой может тебе на голову упасть камень, и все усложняется. Поэтому, кто хочет поиграть, поиграйте, скачайте, рекомендую, довольно интересно расслабиться, вечером там посидеть, пораржать, просто, не знаю, обклеиться пластырем, можете еще для общей этой атмосферы обклеить себя пластырем. Ну, такие у нас были игры, в общем, не учитесь воровать и учитесь правильно метать камни, это то, что надо сегодня извлечь. С вами был Морган, всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока. Опять какой-то стал.